Я сяду чуть в стороне, мало ли что. И, пожалуйста, постарайся хотя бы на... Ну что там? Все чисто, можешь ехать. Так, у нас конкуренты. Много? Ты справишься. Вижу противника. Вижу цель. Попали. Ух, похоже, будет шторм. Майор, ты как? Жить можно. Попали. В нас попали. Черт, не пробили. Вижу противника. Вижу цель. Тут весело. Все, ловить больше нечего. Зайдите-ка сюда. Тихо. Хана, ты что ли? Финальный. Черт возьми, не писай. Кем? С этими? Не, я сам по тебе. Ну, это ты бьешься за моим топливом, да? Что у тебя там происходит? С кем ты говоришь? А это что за хмырь? Майор Игорь Копылов. Персональный пилот этого разбойника. А, так это твой сарай тут летает. Богато живет. Слушай, Ринальди, раз уж ты сам по себе, есть дело. Внезапно. Выкладывай. В общем так, здесь ты топлива не найдешь. Хорошее начало. Ты все сожгла? Большую часть спрятала, но могу с тобой поделиться. Только сначала ты поможешь мне завоевать город. Согласен? Ладно, я в деле. Майор, как тут отказать? Поможем. Народ, собирайтесь. Мы возвращаемся в город. И я, отстань. Поддержите союзник. Куда едем? На западном шоссе блокпост. Начнем с него. Простите, что вмешиваюсь, но кто наш враг? Местные бандиты. Уже 2 года с ними воюют. Моя помощь нужна? Наблюдай сверху. Только осторожно, побереги дирижабль. О, хана. Твои бойцы. Да, я видела. Мы там... Чиди никого, Ринальди. Вижу противника. Вижу цель. Вас мало. Где твой регион? Его больше нет. Почти никто не выжил. Болезнь. Вижу противника. Разобрались. Куда дальше? Давай прямо в центр, на главную площадь. Ива, шторм усилился. Я сяду в безопасном месте. Ладно, да. Только совсем меня не бросай. Не надейся.
на кой тебе это болото? Забрала бы топливо и осела где поспокойнее. Не думаю, что ты поймешь. А все же, хотелось бы знать, за что воюем. За людей, майор. Местные жители. Я им многим обязан. Мы здесь примерно по тому же. Это топливо нужно нашему поселению. Ты серьезно? Мы не разбойники. Просто пытаемся выжить. Площадь мы заняли. Где там моя награда? Нет, нет, подожди. Это еще заняли далеко не позицию. Все. Вижу цель. Вот и подкрепление. Армии воюешь? Вроде того. Испугался. Продешевил. Что? Не важно. А откуда их столько? Отовсюду. Вокруг канала много разного добра. Слетели как мухи на мёд. Мародеры, в общем. Не пробили. Готово. Контакт! Вражеская техника! Рикошет!
едут. Они отступили. Город твой. Наконец. Поезд с топливом скоро приедет. Выезжай по южной дороге через канал. Там его и встретишь. Спасибо, Ханна. Тебе спасибо. Осторожнее, за городом еще могут быть рейдеры. Я справлюсь. Там не уснул? Бодр как никогда. Вы закончили? Да, пора забирать топливо. И погода налаживается. Это здорово. Лечу к тебе. Ханна, тут это... Ах, да, прости. Мост. Его надо опустить вручную. Понял. Ива, на поезд напали. Ты далеко? Нет, проезжай мост. Майор, что видишь? Дела плохие. Тебе лучше поспешить. Черт. Отдали топливо прямо в руки. Ну как так? Фу. Это моя вина. Попробую помочь. Ива, воздух! Вертолет! Вот вертушек мне только и не хватало. Штурмовой? Транспортный. Должно быть с десантом. Ясно. Ива, смотри, еще танки. Черт бы их побрал. Ива, а ты эту Ханну хорошо знаешь? Может, нас подставили? Эй, эй! Во-первых, я вас слышу. А во-вторых, к вам уже едет подкрепление. О, прошу прощения. Вертолет. Ива, как дела? Трудновато. Помощь бы не помешала. Поняла. Ребята уже рядом. Готово. За мостом еще танки. Как они задолбали. Еще один вертолет. Ива, вертолет. Сбили. Воздух. Дым пошел. Выводы. Готов. Сколько там еще? Да все вроде. Небо чистое. Поезд просит помощи. Что происходит? Их обстреляли. Ничего страшного. Все под контролем, Ханна.
его, не дай им разграбить поезд. Пожалуйста. Иначе они вернутся. И очень скоро. Не дам. Это мое топливо. Техника. Вражеская техника. Дым пошел. Выловлю. Поезд доехал. Здесь уже можно приземлиться. Спасибо. Майор, снижайся, я прикрою. Все готово. Садись, Ива, пора. Подожди. Ханна, давай с нами, а? Нет, Ива. Спасибо за предложение, но нет. Надо же, Ива Ринальди, мой старый враг. Ты пришел на помощь, когда я почти отчаялась. Но полететь с тобой я не могу, извини. Я и так воевала бесконечно долго, а...